Так, лайки, лайки, лайки. Я не знаю, зачем они мне нужны, но лайкайте. Загрузился. Теперь конечно, Гагарин. Кто? Фантазер? Нет, не фантазер. Медляк? Гагаринами. А, точно, кукуха. Кукушка. Песен да, еще да. не написаны. Привет с Питера пишет тебе. Я ему леща. Не надо, Приднестровье. Зачем? Классный парень. На самом деле очень хороший. Леща. Мы поругались, потом помирились. Это нормальная история. Мы все немножко прикрышеваты, потому что ну, стресса много. Сара, оба уха, чтобы было видно надо. Это вот я здесь. Когда Сережа будет петь, я буду подтанцовывать с ушами сзади. Полина Гагарина, готов? А минус тональность какую? Да, оригинал давай. Ты уверен? Ну, минус давай на тон хотя бы ниже. Давай. Значит, на тона ниже, короче. Тебе будет нормально. Ты же да. мальчик. А у него пацан быстрее. Опа! Чики-бум, чики-бум. Все, понеслась. А давайте как нам понемножку набирайтесь и лайки ставьте. Кстати, сейчас красивее, чем тогда. А. Песен еще не написаны. Сколько? Опа. Скажи, кукушка. Красавчик. Пропой. В городе мне зрители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Кукушка, ребята, быстро! Ты солнце мое, взгляни на меня. Нормально, моя девушка лучше. Моя ладонь превратилась в кулак. Соня, нельзя перепеть. Конечно, нет. Если есть порох, дай огнём. Я люблю вас. Вот так. Спасибо, друзья, я люблю вас. Я не слышала. Короче, сейчас будет очень важный момент. Зажигалки включили, зажигалки. Верхние ноты все поем. А ну-ка. Лобай, лобай, Сереж, давай, я верю. Кто пойдет по следу одинокому? Селиды смелые головы сожили. Бою, мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, твердой рукой в строю. Дима, это Сергей Савин. Сергей Савин. В строю. Ты солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Денис, кто написал песню? И если есть порох, дай огня. Держите стены. Вот так. И теперь фишка Лепса пошла. А ну-ка. Погнали. Если на лице встречаешь ответ, хорошо с тобой, да плохо без тебя. Скинула где там? Терпеливые под плеть. Под плеть. Ты солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, то и огня. Вот так. И разрывные ноты пошли. Ты солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, то и огня. Вот так. Спасибо, друзья, я люблю вас. Пишет нам, вот где таланты, пишет Ксюня Алла Гончакова. Вот, Ксюнечка, у нас на самом деле шоу-проект, давайте познакомимся с новичками. У нас, Сереженька, поближе. Привет. У нас привет. Эфирная студия имени Сары Окс, меня любимой. Здесь мы выходим в эфир и поем песни на ваш заказ, сзади снимать мое ухо, Сережа, и свое тоже. И поем песни, пою песни на ваш заказ и приглашаю гостей. Сегодня первый гость у нас Сережа Савин, это победитель конкурса «Фактор». Ваши аплодисменты, спасибо. Прикиньте, короче, я во всех кабаках Красноярска пел Новикова и Наговицына. Привет всем. Юрий Юрьевич Джер.
Почему ты решил, что мы папа, Юрий Юрьевич? Почему? Хей, привет. Знаешь, в Перископе много ботов, оказывается. Они все дают ссылки на пару на сайт. Сейчас сделаем шинель. Молодость будет, Сергей Гаджиев пишет. Какая молодость? Молодость будет, Сергей Гаджиев. А знаешь, что поет? А мне, знаешь, попросили, кстати говоря, спеть... Ноздри лучше наверх. Ноздри, нос, когда выше, нос меньше. Зарядка села. Блин, ты ж такое же. А сюда встал. Нормально. Попросили мои спеть песню. Давай, давай. Какую? Моя новая. Моя новая песня. Я сейчас отрывочек небольшой спою. Приперчиво. Акапельно хочешь? Ты словно с картинки с ароматом Шанель. И стать невидимкой ты не сможешь, поверь. Я буду искать тебя, даже если уйдешь. И сердце разбитое с собой заберешь. Ты словно с картинки с ароматом Шанель. И стать невидимкой ты не сможешь, поверь. Сергей, когда вы приедете в Челябинск? Я буду искать и так далее. Когда вы приедете в Челябинск, спрашивают. Когда приедут дети в Челябинск. Слушайте, в Челябинске я хочу. Я там, кстати, ни разу не было, это классно было. Я ни разу не была, я там суровый парень. Поехали в Челябинск. Приглашайте в Челябинск нас, Лёжа, мы придем пешком. Ну, лучше поездом хотя бы, первым классом. Знаете, вы такие странные, когда приедете, никто не приглашает. Приглашайте. Культурные люди. Хотя бы сейчас зовите народ. Кумовей зовите, сватьёв своих. Ну, сейчас бы песня «Джокер» номер один. И сегодня в песне «Джокер», для тех, кто не в курсе, что такое песня «Джокер»? Песня «Джокер». Джокер, не жопер, Джокер. Песня «Сюрприз». Вы загадали мне эту песню когда-то, а я ее спрятала, и сейчас будете угадывать. Кто угадает, на то подпишусь и не отписываюсь никогда в жизни. Когда нас вот будет 100 тысяч человек в Перископе, будем разыгрывать манюньки на телефончик. Прикинь, Сережа, ты тоже можешь разыгрывать и потом со мной заходить. И да, опа, на телефончик, если, 500 рублей тебе закинут. Если они мне закинут, я за. Я закину. Угадаешь, я тебе это закину. Рода на подходе. Я сам могу закинуть. Так вот, у нас сегодня готовы? Вы готовы, дорогие товарищи? Инстаграм, вы у нас пока в пролете, можете просто сопереживать там все дела. А Переке Оки со мной на связи сейчас. Спасибо. Песня номер один. Готовы узнать, что за песня? Итак, Митя Фомин, какую песню сегодня в песне «Джокере»? Митя Фомин у нас сегодня, песня «Джокер». А ну-ка, кто угадает на того, подпишусь. Так, угадываем песню Фомина. Из Баксы что-нибудь говорят, все будет хорошо. Бабуля, ну ты красавчик, он или она, это кто? Это я на тебя же подписалась, бабуля. Хватит, бабуля в кедах. О, Морозко, нормально? Морозко, просмотреть профиль. Опа, Анастасия Морозова угадала. Бестишка. И Виктория Ефимова, прикиньте, тоже угадала. О-о-о. Бабы рулят. В очередной раз мы это представляешь, доказали. Они более активные, да? Смотри, какие красотки. Ладно, начнем с Анастасии Морозовой. Морозко 99. Она есть в Инстаграме. Инстаграм ННН Морозко. Добавляйте, классная девчонка в платье, элегантная. Сережа. Вот это сделай, Анастасия. Поздравляю. Поздравляю, что Настенька, ты самая ты красотка, что еще. Все, и мы тебя читаем, Настенька. Мы второй читатель, мы у меня по счету. А теперь Виктория Ефимова, Новосибирск. Ты был в Новосибирске? Новосибирске, да, я был. Там холодно? Классно. Да, прохладно. А давно был? Зимой. А сейчас тоже холодно? Говорят, у вас сейчас там, наоборот, жара. Наоборот, все, да? Все знаешь, с нашей Москвой... О, Вика Грант, привет. С нашей Москвой я подписываюсь на тебя, Виктория Ефимова. Поцелуй тоже Викторию от меня. Виктория. Тебе. Ты красотка, да? Самая лучшая. Это действительно песня Митя Фомин, все будет хорошо. На-на-на-на-на, все будет хорошо. Вот такая песня будет, короче. Это сложная загадала песня. Вообще, супер-пупер сложная песня. Сейчас попробую в тональность. Сложная, да. Я помогу тебе. Поможешь? Опа-опа. Теперь моя очередь горлопанить. Орем. Правильно. У нас жара сегодня. Алехандро, какой город? Я долго думал. Тональность тишина. Сейчас все будет, ребятки, у нас. Я ж не мужик, я женщина. Давай выше. Конечно, выше надо. На 2 тона выше точно. Я только думал. Хорошо, что есть, благо, такой сафикс, минус 40. Спасибо поселку Британика за предоставленное локационное место для нашего с вами общения и за классный интернет. Я долго думал, кто же мы. Нормально, да? У нас дуэт классно. Да. Просто пешки на доске. Не помню мотив. Или игроки. Норм. Но в вечном поиске любви так часто падали мы. Да. И мир на грани войны. И все вместе. Все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, что? Все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Мика Фомин, песня Джокер. Девчонки выиграли. Мы подписались по чесноку. А давай поменяемся местами. Вот так. Оба. Локацию сменили. А, ты танцуй. Давай, танцуй, танцуй. Опа. Вот так, вот так. Вот так. Ты жил, ты делал, как умел. Вообще капец. Странно слушать то, что ты когда-то пел. Но в вечном поиске себя меняй минус на плюс. Давайте вместе, друзья. Давайте вместе, друзья. Все вместе. Раз, два, три. На-на-на-на-на-на. Все будет хорошо. На-на-на-на-на-на. Мальчик красивый, куда бы ты ни шел. Направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим с тобой, и все будет хорошо. Стипс-стипс-стипс-стипс. Все будет хорошо. Стипс-стипс-стипс-стипс. Все будет прибой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Па-па-ра-па-пам. А еще будет проигрыш. Танцульки, танцульки, никто не отменяется. Класс, молодцы, Ксения. Подписываемся на Сергея Савина в Инстаграме. Как тебя найти? Сергей Савин, Реал. Реал, Реал. А еще есть Сергей Савин в Фейсбуке. Тоже Реал, да? Сергей Савин. Сергей Савин. На-на-на. 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 Ла-ла-лам. Однокласснички, вы рулите? Кто рулит, пишите плюс, а кто не рулит, тот минус. Кто не с нами, тот против нас. Раз, два, три, все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все будет хорошо. На-на-на-на-на-на. Куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. На-ра-ра-на-на-на. Все будет хорошо. На-ра-ра-на-на-на. Куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Ну что, у нас два счастливчика, да, которые... Два. Будет еще два. Валя Южный. Кто такая вообще? О, это твоя? Да. А я думала, это мой контакт. Я думаю, что за Валя Южный? Да. Ну, по привычке думаю, это мой. Сестра. А, Валя? Серьезно? Да. На Южном живет? Да, на Южном. Прикиньте, у Сереги есть сестра Юля. Ой, Валя. Валя. На Южном. Прикиньте? Да. Прикиньте. Какие пикаперши-девахи тут сидят? Он гей? Просквози всех тут, что ты не говоришь. Одним словом или поразверните эту тему? Одним словом. Нет, блядь. Даже два слова. Все клево, ставлю. Второе не слово, эмоции. Видишь, они все рулят, плюсы ставят, рулят. Сара, как написать ВКонтакте? Сереже или мне? Если Сереже, то молча, да? Пиши. Пиши ВКонтакте. Просто. Пиши ВКонтакте. Ой, Сарок. Сергей Савин. Ну, а мне ВКонтакте ты не допишешься. Короче, ребят, не допишешься. ВКонтакте пишите личное сообщение. Да, привет, да. Я из трансляции Сары. Из Таганрога. Привет, с Ростова-на-Дону, пишет это, человек. Да. Привет, Ростов был в Ростове-на-Дону? Да, конечно. Там девчонки красивые. Это же Краснодарский край. Прикинь. Ростов. Краснопомаша и Краснодар. Краснодар, привет. Мама. Кто из Ростова, ребят? Вон там Чегл. Вон, Дэнчик, прикинь. Здорово, Дэн. Как в Ростове дела? Как рэпчик читаем? Привет из Донецка. А мы Донецк уже тебя любят, видишь? Он женат? Он женат? Нет, не женат. Не женат. Барнаул. Барнаул. Где лайки, Барнаул? Я ищу жену, ребят. В Краснодаре красивый, пишет Ведерников. Ну это правда же? В Краснодаре хорошие девочки. Да, очень тепло. Девочки. Нет, девочки хорошие. А, кстати, в Краснодаре... Очень тепло. В Краснодаре одни... Обнинск, Ростов. А давай сейчас прикольнемся. Какие регионы нас смотрят? Напишите ваши города. Вот сейчас увидишь, сколько у нас людей смотрит. Кстати, да, интересно. Сейчас смотри, вот здесь автозавод. Что такое город? Короче, какие регионы нас смотрят? Гомель, Тюмень, Самара, Гомель. Тюмень, Германия, Германия. Могилев, Красноярск, Днепр. Днепр даже смотрит. Сургут, Москва, Абакан, Жуковский, Сочи, Дагестан. Ты прикинь, сколько офигеть людей смотрит сейчас? Можно. А ты думал, что? Ты пришел вон куда? Вон куда? В народ пришел. Правильно? Эстония, Таллин, Калининград, девочки красивые в Крыму. Ты понял, куда тебе ехать нужно отдыхать? В Крыму, маршрут, в Краснодаре, Ростов, Краснодар и Крым. В Ростове, Новосибирске, в Гомеле, в Украине, в Украине. Тебе телефон написали, прикинь? Редзина, набери потом. Ой, ну начинается все с вами. Владивосток. Не, а что, самая интересная тема пошла, я скажу их об этом. Кто натирает фасолинку в душе с утра?
фасолинку. Ставим плюс. Сейчас посмотрим на этих анонистов. А ну-ка, кто натирает души фасолинку? А, у тебя все опять. Да. Ты красиво вас дочни. Аха-ха-ха, привет, цару в жены. Так, Южная Корея, Чита. А, вы еще пишете ваши регионы. Фасолинку. Они до сих пор пишут Брянск. Прикинь, пишут до сих пор. Офигеть, пишет Никита, он в душе делает. Ну, хоть правду сказал. Сара, гоним нимфоманию. Че, нимфоманию? Давай нимфоманию. Давай нимфоманию. Это моя любимая песня. Сереже очень понравилась песня. Расскажи про нее. Как ты, твои чувства? Мы ее впервые услышали на Новом Арбате в... как назывался этот ресторан? Дулин Паб, да. Где Сара была приглашенной звездой и спела там эту песню. У нас немножечко этот... Лаганули мы? Нет, хорошо, да? У нас немножечко с моими друзьями поднялась температура после того, как мы услышали эту песню. Ага. Вот, все поднялось, короче говоря, и это стало моей любимой песней, одной из. И я ее добавил ВКонтакте. Выбрала? В аудиозаписи, да. Классно. Конечно. Прикольно. Это не я сегодня, кстати, сегодня слушал. Южная Корея все еще пишет мне. Ну что, нимфоманим? Нимфоманим. Сверху я, не побоюсь этого слова. Не загружать. А вот так. Опа! Хео, хео! Хео, 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 а сегодня сверху я. Хео, хео, понеслась. Эо, эо, зовем друзей. Эо, эо. Я была скромнее всех подруг, но однажды врач сказал мне вдруг, вопреки всем ожиданиям, мой диагноз нимфомания. Обещала со старанием выполнять все предписания. И тогда от печали и морщин добрый доктор прописал мужчин. Сережа, Миша, Паша и Илья, их каждый день употребляю я. Андрей, Евгений, Дима и Максим, он самый лучший в мире витамин. Олега перорально натощак, Виталика не понимаю как, но перепутать ничего нельзя. Они все снизу, но сверху я. Хео, хео, сегодня с потанцовкой. Хео, хео, что за песня? Нимфомания. Хео, хео, это нимфомания. Это нимфомания. А, и я, и он. Хео, как на какие-то трек. Это классный хео, трек, хео. Оп, 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 оп. День за днем лечусь, не зная сна. Игорь, Саша, Юра и Руслан. Присмотрелась я к ним сквозь очки. Опустошены все коробочки. И тоски границы не видны. Говорю мужчинам всей страны. Нарушать нельзя план лечения. Вы мое выздоровление. Сережа, Миша, Паша и Илья. Их каждый день употребляю я. Андрей, Евгений, Дима и Максим. Им. Олега перорально натощак, Виталика не понимаю как. Пиявка, Слава, мой герой давно. Укол Владимира прекрасен, но Антон, Валера, Рома, Алексей, всего полезней, всего вкусней. Но перепутать ничего нельзя. Они все снизу, но сверху я. Yeah. Сережа сегодня вообще в ударе. Чувак, подпевай, пишет тебе Александрчес. Подпевай, он не помнит еще слова. А сегодня сверху я. Сверху я. Не только я теребонькаю. Да, Вика тоже теребонькает. Все теребонькаем дружно, друзья. Прикиньте, короче, вообще в шоке. Хорошо, что ходит, да. Хорошо, что ходит. Слушай, мы, по-моему, клип сняли только что. Такой вирусный ролик, короче. Компромат на всю жизнь. Ветер, твою песню хочу. Мою песню «Ветер» будет в субботу, когда? Сегодня что, четверг? В субботу четверг. Придет гость другой, и мы споем. Сегодня у нас веселуха, группа веселуха. У нас Сережа еще песню подготовил, прикиньте. Да, готовы? Я прошу по-братски, ребятки, чтобы нам было хорошо, и мы классно постите, приглашайте друзей. Вам же недорого, правильно? Она бесценна. Бесценна. На фразе «Сверху ю» Серега косит на тебя, косит на тебя. Вот так. Вы классные, ребят. Аленочка Прудникова, Никитина. Скажи ей что-нибудь хорошее. Аленочка, привет. Приходи на концерт Сары Окс и Сергея Савина. Молодца. Молодца, ца-ца-ца. Ведерников, кто же? Моя нетленка, мои слова. Ой, хорошо пошло. А мы идем дальше. Сережа приготовил новую песню. Свою песню. Очень классный у него голос. Знакомлю вас с своим репертуаром потихонечку. Да, и, кстати, кто зашел недавно... Это новая... Сергей Савин, победитель конкурса «Фактор А». Алла Пугачевой. Солнышко крутые, приветик, красотка, The Ghost Warrior. Молодцы, Денис Попков. Ребятки, супер, Татьяна Феоктистова уже тебя любит.
А мы идем дальше. Смотри, Влад пишет, ушки тебе идут классно. А я знаю, кто бы ты ни был, или отпусти. Отпусти в конце лучше петь. Давай, давайте, да. Катя, да? Да, кто да, бы ты ни был. Кто бы ни был ты, подпишись вас, на наши хиты. Да, знакомлю вас постепенно со своим новым альбомом. Давай, а я буду... Который в работе. Обрабатывать. А что включить-то? А что включить? А мы уже включили, нет? А, ни хрена мы не включили. А сверху Блин, классная песня. Нравится? Ты сама сочинила? Конечно. А где? Конечно. Где ты была? В душе, по жизни. В Турции. В Турции сочинила? Да. Нормально. Турки тебя навевают, а? Вдохновили музы мои турецкие, да. Ну, хорошо. Это же песня про нимфоманку. Это песня про прикол. Про прикол, да. И знаешь, женщина на нее так прям вот, прям как рыбки, оп, на удочку. И прям на нее прям нападают. Ну, потому что каждая женщина... Душе шлюха, да? Да, душе Кто шлюхи? Поставьте плюс. Кто девственница в минус? В душе. Девственница минус, шлюхи плюс. Ой, вообще по жизни девственница. Ани Лора красива. Может, вы Фадеева и Наргиз поете мы вдвоем? Ой, ну такая тянучка. Мы вдвоем сейчас рыдали. Ну, да, под спидами меня мама в детстве уронила в кокаин. Как можно подписаться? Просто, прям чит подписаться. На меня вот так ударьте в лицо, так пальцем. Писать можно. Я не наплевала на себя. Нет, нормально. Ты прекрасно, я люблю. Девственница сейчас только в детском садике, и то не факт, Вячеслав. Где бороду стригешь? У Тимати в салоне? О. Нет. Сам? Барберы, это, конечно, очень классная штука. Барбершоп? Да. Это Тимати магазин? Нет, я сам справляюсь, как бы. А, да? Мне просто этот... Хороший рост волос. Классно. Кто бы ни был, а ну... Кто бы ни был, но... А пока мы ищем, я вот Underground Paradise, я девственна. Мальчики, кому нужна девственница, Underground Paradise вам Кстати, хату, мне кажется, здесь могут люди знакомиться, да, в комментах? А они друг друга матюкают, проклинают, знакомятся, женятся, дети рожать, да? В чатах. Ты что думаешь? Ребят, есть пара какая-нибудь, которая... А если бывшая девственница? Так мы все бывшие девственницы, Татьяна. Все вы там были. Все. Спойте Виагру. Виара. Виагра и Меладзе. Даже если вам немного за 30. Есть надежда выйти замуж за принца. Солнце всем на планете одинаково светит. Ты принцесса и простой проводница. Слава Богу, не дети. Да, родная моя, Вячеслав Важенин. Чё, родной? Это эфир о сексе. Ну так получилось. Нет, вообще на самом деле эфир о приколе. Стебануться надо. Да мы тут о сексе говорим вообще через... Через раз. Ну не каждый раз. Господи, я девственник. Николай, а почему? Почему? Что такое? Давай, у нас тут много друзей, девочек, вам нужно познакомиться. Ну, чё вам? Приветик вам, Людмила Марченко пишет. Перископ, почему два человека лайкают? Я не плюю на тебя? Нет, нормально. Я тебя плюю. Да, мне наоборот по кайфу. Я смотрю, вас сердечко штырит. Чё? Нет, сердечко нас не штырит, это исключительно по вашим просьбам. Спасибо за казачью песню «Ойся, черноморских казаков». Ух ты, ладно, вообще, черноморские ойся, казаки нас... Ойся, не ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Бойся. Ну что, не судьба, походу, да? Да, или судьба. Попробуем? Мы сейчас сделаем снова ход конем. Да. Русским конем. Неужели в перископе есть девственницы и совершеннолетние? Было да бы нет, неплохо. Таких, Ведерников, а тебе зачем неплохо? Ты что? Ты куда? Зачем? Парень должен выше петь. Понятно, тебя Катя учит, как тебе надо петь. Выше? Катя Москву. Парень должен выше петь? Кто это сказал? Катя Москву говорит, Галюня салют пишет друг другу. Видишь, они друг с другом общаются, нормально все. Вы на чьей хате? О, спасибо. Мы вам как бы не мешаем. Нас нормально. Благодарочка поселку Британика, который предоставил нам это чудное заведение для нашего респектоса, видеореспектоса. Поселок Британика расположен на Новой Риге. Здесь живут только сливки от пятого общества, и в том числе звезды шоу-бизнеса, Вася. И, может быть, ты будешь следующей звездой, которая поселится в поселке Британика, да, Сережа? Да, а также вы сможете купить джинсы Levi's, Wrangler, Disquire. В Самаре когда ждать тебя? Ну, Самара. Поехали в Самару. Вы приглашаете, они мы с удовольствием везде. Приедем. Ну, они же как? Они же надо организаторы, чтобы нас приглашали, правильно? Хорошо. Смысл, да? Напишите в Самаре, какой у вас классный клуб. Да, о, какой классный клуб, мы ее напишем. Да, где у вас там артисты выступают? Сара, тебе идет песня народная, да я в курсе. Я тебе тоже об этом говорил. Ты когда народный голос? Сказал? Конечно. Нет, народный голос, это как белая горло называется, да? Белая глотка. А ну спой. Белая глотка. Просто спеть, что хочешь спеть? Народную. Любую народную? А, да. Сейчас, подожди. Чего так в России?
Ой, пойду я в поле с конем. Пародия на саму себя. Тихо в поле ночью зайдем. Мы пойдем с конем, по полю пойдем. Мы пойдем с конем, по полю вдвоем. А мы пойдем с конем, по полю вдвоем. Мы идем с конем по полю вдвоем. Ну, да, правильно. Прикольно задвинул, прикольно. Да, а ты хотел бы петь хип-хоп стиле? Точно. Да, ты мне... бы хотел? Да, мне нравится хип-хоп. Но mm-hmm. рэп читать я не особо люблю. Но, кстати говоря, вот эту песню «Мы пойдем с конем» еще никто так не делал. Никто? Можно сделать куплет в хип-хопе и припев. Только мы с конем, как мы сейчас сделаем. Женя оценила. Ты представляешь, это будет круто, мне кажется. О, бояшки, Валентина пишет. Ну, все в тебя влюблены. Спасибо, крутяшки. Девчонки, все влюблены. Сергей, спасибо. А в Новокузнецке были? Приезжайте, у нас шахтерский город, и люди тут богатые. Концерт оправдается. О, давайте. Пишите ваши письма, клубы. Пишите. Ваши клубы. А лучше мы в будем... Сереженьке Инстаграма напишите. Да, пишите в директ. Предложения все, хорошо? Да. Клуб да. Самары. Че, привет из Тюмени. Подвисает малеха. Да ладно, серьезно? Да, есть такое. В Тель-Авиве были? Прикинь. Да нет, я была? Бы хотела. Нет, Сара не была в Израиле. Тель-Авиве. Нормально? Какашки, пишет нам Анонис. Аноним. А вот, мы подготовили снова нашу музяку. Качает музяка, всяко-всяко. Знаешь, да, рэпера Сяву? Слышал такого? Да, конечно. Нравится тебе его творчество? Да, мне вообще нравится творчество. Кто бы ни был Сява, мы все равно круче. Кто да? бы ни был, кто бы ни был, кто бы ни был, но не Сява. Ну что? О! Это модно, что ли? Это ты, да? Да. Это модно, зависит на углу просто. Максимилиус, клуб Самары, супер. Максимилиус. Хорошо, Максим. Ко мне в село приезжайте, такая. Пишите мне в личку. В Мельбурне не будешь. Ха! У тебя большая жопа. Упоровка, кто не лайкнет, у того жопа отлично. Это правда. Лучше лайкайте, жопу. Берегите свои жопы. Опа, опа, танцуй, танцуй, сыграй. Я не буду больше надрывать звоночек. И не буду открывать тебе. Все это оставим между строчек. Ае. Время залечит мои горькие раны. Я забуду то, что ты была. Только больше приходить не надо. Иди сюда. Здесь вот в этом моменте будут стоны мужские и женские. А я могу так как будто они занимаются любовью. Они есть? Теперь есть. Но они будут. Это новое, да? Новое, да. Набью. Ребята, это премьера клипа, песни. Я не буду больше надрывать звоночек. Красавец. И не буду открывать тебе. Yeah. Все это оставь между строчек. Ае, кто бы ни был, кто бы ни был, кто бы ни был, но не ты. Кто бы ни был, кто бы ни был, кто бы ни был, но не ты. Кто бы ни был, кто бы ни был, кто бы ни был, но не ты. Кто бы ни был, кто бы ни был, кто бы ни был, но не ты. Это ответ нимфомании твоей. Всем привет, ребята! Вон там, да, да. Пожелательно.